Здравствуйте. Ну что, Сережка, поели? Трубки получают. Шпиль египетский, который подарили Франции египтяне, чтобы они дружили, две страны. Такси вызывали на Дубровку? Да, на Зубровку. Ну что, короче, гуд понравилось, просто вообще обалденно. Да? По Москве на такой ездить, да? Я говорю, побывать во Франции, побывать в Париже, да еще и на кабриолете, да еще и на Феррари, да еще и на Калифорнии покататься. Да. Просто обалденно. Тебе подарок. Ну, ребята, вот такой вот вид тоже, конечно, Эйфелевой башни, да еще и на Феррари. Не смог просто пройти мимо. Посмотри, как классно, да? Ну, не знаю, ребят, ну, не знаю. Мне очень понравилось. Не знаю, как вам, но мне просто лайк. Просто very good. Да. Ну что, газанем еще, да, с проворотом еще разочек? Давай. Переключение передач такое, знаете, вот вообще практически не чувствуешь этого момента с первой на вторую, на третью, на четвертую. То есть автомат, никаких ручек, никакого ничего. Только наслаждение за рулем. Все. Руль, газ, тормоз. Все. Не знаю. Сиденье тоже говорить-то нечего. То есть на самом деле они супер удобные, супер, блин, не знаю. Машина очень активно реагирует на любые твои прикосновения. То есть вот можно одним пальчиком буквально, не знаю, она сама за себя едет, короче. Просто набираешь и все. Так что... Вот понравился мне и Париж, и Франция. Просто все понравилось, короче. Так что... Вот так вот. Рекомендую вам обязательно побывать в Париже, да еще и на кабриолете, да еще и на Феррари. Вот так вот. Ну что, поехали дальше. Ну что, давайте поехали потихонечку, значит, это Феррари Калифорния 2010 года она выпуска. Красный. 2010 года машина, значит, старт здесь находится, а стоп где? А стоп как? Стоп только ключом, да? А, ну окей. Two hands. Я понял. Two hands, same time, one time. Ага, все. The same, in the same time, Sergei. Окей. The both. To go back to neutral. Да. And turn off the key. Ну что, сейчас поедем потихонечку, да? Окей. Сейчас поедем. А музыки нету? Си. Sí.
музычка. To the right. Ну что, ребят, ты немножко вот так показывай. Вот так, вот, чтобы меня видно было. Ну что, ощущения, я вам скажу, от Феррари офигенные. Просто. А звук, ребята, это песня. Звук, как он рычит, как он рычит. To the left. To the left? Yeah, okay. After the light. Я, если честно, первый раз за рулем Феррари. Первый раз за рулем Феррари. I have a BMW. Okay. I like a BMW. Okay. Вот, но... Good one. Да, супер, супер. How many liters for... 35. Да. Вот. Ну, звук, конечно, у нее, и вообще работа двигателя, конечно, потрясающая. Вообще, я не знаю, мне очень нравится и классно. И как бы, на самом деле, ребят, вы пишите там в комментариях, там, лайкайте, там, дизлайкайте, там. Не знаю, мне очень нравится находиться за рулем этой машины. Что сказать? Что сказать? Нам сюда или сюда? Yeah, in the middle. Звучок, как звучок? Как звучок? Нормальный? Нормально. Нормальный, да. Так что, ребята, кто не подписался на канал Добра и Позитива, обязательно сделайте это. Я думаю, вам в ближайшее время будет много чего интересного и познавательного посмотреть на моем канале. Вот. А так что можно сказать об этой машинке Ferrari California? Что она, вот видите, вот всякие вот такие вот у нее, такие шильдики есть, железные, металлические, видите, подбачок такой есть, выход есть под iPhone, iPad. Посмотрите, какие сопла, да, посмотрите, какие сопла, обалдеть. Подушки безопасности, да, есть, желтая эмблема. Ну что, с Богом, поехали дальше. Ну, набирает она, конечно, хорошо, просто разогнаться особо негде. Загнаться негде, машин много, город незнакомый, я еще и в Париже, еще и на Феррари. О, просто класс. Тормоза резкие, острые. Straight. Да. Немножко это вот так поровнее смотри. Вот, тормоза острые такие, я скажу, что резкие, да, поэтому... Вот наш пилот. Привет. Вот. Хорошо, хорошо. Хорошо. Я даже сам не ожидал, что можно на Феррари покататься. И как вы думаете, где в Париже? Ну ладно, что, поехали дальше. Смотрите, как набирают. Все, ну как вам, ребята? Мне так очень нравится. Я бы сразу бы палец вверх поставил. Левее пойдем, правее. Right. Да, за рулем такой машины получаешь реально удовольствие. Let them go for anti-space. No problem. Listen to me, yeah? Да, я понял. Okay. Break. Потрясающее ощущение. Километров в час до 200, ясно? А вон наш приятель едет на Ламбо, беленький такой, видите? Ламборгини. Супер, да? Гонарду. Не, ну просто класс. Не знаю, ребята, во! Slow down, Sergei, slow down, break, slow down. Let them go. Okay. Самое интересное. Okay. Ну, ребята, я не знаю, короче. Я просто кончаю здесь, кончаю просто в этой машине, я вам серьезно говорю. От этого звука, от этого благородного, блин, не знаю, кожа даже пахнет совсем по-другому. Вот, посмотри, посмотри. Хорошо.
Бабки вас позволяют, обязательно придите и закажите такой вот тест-драйв. Я извиняюсь за качество. Ой, Сергей, ой, брейк. Ой. Look. Окей. Эйфелеву башню проезжаем, кстати. Ясно? Давай сейчас поснимаю еще. Я извиняюсь за качество съемки, потому что на самом деле у меня сегодня оператор не подготовленный, да? Но, поверьте мне, этот экспромт, он дорогого стоит. Да, дорогого стоит. Поэтому надеюсь, ну вот, не знаю, вот еще наши ребята, чувачки, вот они сидят тоже. Вот. Супер, да? Ну. Ой, Сергей. Да. Атрос. Вот такая еще оранжевая. Оранжевая. Вижу. Same company. Good. Короче, ребятки. Я на этой радостной нотке давайте с вами буду прощаться, потому что на самом деле хочется еще раз покататься и не отвлекаться на съемку. Все, всем добра и позитива. С вами был Сергей Симонов на канале Добра и Позитива. Все, люблю вас, чао, пока.